Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». И у нас невероятное событие. Безумный орех обожает другие растения со способностью команда. Таких вполне предостаточно в стратегической колоде бета-каротина «Нападение бобов-амфибий». О как. То есть я буду играть за бета-каротин. То есть за морковку. Окей. Ни разу не играл. Так, ну хорош, все, я уже прочитал. Так, что здесь можно взять? Да, наверное, пока оставим вот это вот все как есть у нас. Поехали. Так, шаманство двух приемов. Что нам тут выпадет? Ладно. Так, что он там делает? Перемещает и делает безумную атаку. Точнее, бонусную атаку. Вот жучара, а. Вот так вот, ладно. Блин, только не ты, а. Что же нам лучше сделать-то? А давай, наверное, я сделаю вот так. Вытянем карту. Прекрасно, поехали. Так, ну с этим разберемся. Три в лицо. Нам тоже три в лицо досталось. Ага. Тогда я, наверное, знаешь, что сделаю? А если я поставлю этот гриб? Или лучше нам с тобой сделать вот так вот. Давай посмотрим. Так, перемещает зомби плюс один. Вот так вот, да, значит? Твою налево, у него еще и защита сработала. Кровожадность. Вот это плохо. То есть я сделаю... Погоди-ка, мы же можем раздавить, в принципе, да, эту курицу? По уму-то, если брать. Ладно, я уничтожу ее, чтобы просто не бегать лишний раз. Так, ну что, скоро у нас с тобой сработает защита, я надеюсь. Да хорош ты. Не надо вот этих вот своих выкрутасов, пожалуйста, мне здесь. А он же с безумием, да? С кровожадностью. Этого можно было бы, в принципе, поставить на воду. Так, пожалуй-ка и сделаем. Так, ну что, посмотрим. Срабатывает защита. Шаманство корня. Опа. Слушай, ну уже хорошо. Этого, конечно, мы уничтожаем. Так, у нас есть защитник. Только поставить мы его пока не сможем. А вот это плохо. Видишь, что он делает? Позвал тоже мне копателя. Значит так. Значит так мы с тобой сделаем. Раз. Два-с. И вот так вот. Смотрим. Допустим. Так, что он там уничтожает растения? Все-таки гад добрался, да? До моего ореха. Так, ну этому крышка. Так, у него остается 3 хп. А мы можем с тобой сделать проще. Знаешь как? Сделать, например... А, у нас не хватает энергии. Подожди пока. Воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Вы что делаете? Как тут сделать-то лучше, блин?
Итак, при использовании на ландшафте рикошет зомби. Рикошет зомби. Короче, сделаем с тобой проще. Так. Да ты заколебал, что, каждый раз будет бомбить, что ли? Я не могу понять. И давай, наверное, вот сюда. Все, друзья, больше пока я ничего не могу сделать. Кровожадность, конечно, это бесялая штука, тут не поспоришь. Допустим. Все. Я думал, что у него сработает блок, но мы его пробили. Так что двигаемся с тобой дальше. Победа нашей, как говорится, морковки. 100 билетиков получаем на карман. И уничтожьте 5 зомби. 10 гемов, как говорится, к нам в копилочку прилетело. Ну, а мы будем сейчас играть в сюжетку, ребят, конечно же. Так, у нас 8 ранг. Хочу сегодня добраться до 10. Я думаю, что получится у нас это без проблем. Но играть мы будем, наверное, сегодня. Так, что если мы с тобой возьмем за меха? Давно я за него не играл. Хочу посмотреть, как у нас здесь получится. Угу. Мы против картошки бабаха играем. Так, я не понял, у меня что, спортивная колода, что ли, на замехе? Судя по тому, что я вижу, так оно и есть. Ладно. Ну да, если у меня еще и вирус тут выпал, то 100% это спортивная колода. Странно. Так, фасолька, да? Что он затеял? Даже пока не знаю. Опа. Хорошо. Давай сюда поставим. Но у него должны быть мины, насколько я понимаю. Ага, вот так вот. Вот так вот ты, значит, делаешь, да? Ну что, посмотрим, что у него здесь вылупится. Тьфу. Ерунда, друзья, ерунда. Так, смотрим. Что он будет делать? Ох ты. Серьезно? Ладно. Какие будут пожелания? Пожелания у нас будут вот такие, да? Сделаем раз. Потом 3 единицы урона. Этого мы уничтожим. Да, в принципе, и все. Ну что, давай вот так вот сделаем, чтобы он тут не мешался нам под ногами. Твою налево, что у тебя там выпало? Пока непонятно. А если я вот так вот сделаю? Так, все получают 1+1. Наносит 3 единицы урона. Вот так он решил сделать. Ох, да у него одни заклинашки остались. Ну что же. Да еще и орех. Все растения получают +1/+1. Ну давай, допустим. Что ему это даст, я только не пойму. У него карт в руке не осталось. У меня тут есть, сам видишь, да? Какая хорошая штука. То есть я их просто сейчас уничтожу. Даже это меня не пугает. Ага. Думал, что он прокачает. Нет, нет, нет. Ничего тебе, парень, не выйдет. Ты уж извиняй. Поставим здесь свою защиту. Поехали. Ну, и что дальше?
что ты сделаешь. А сделать-то ничего ты не можешь, да? Ну вот, друзья мои, 3 энергии у него всего лишь остается. Мы с тобой ставим защиту. И плюс ко всему я поставлю еще и вирус. А мне кажется, он сейчас будет сдаваться. Нет, смотри, он горячку поставил. Он поставил сюда горячку. Ну, а я сделаю вот так. Будет ему это уроком. Новое достижение. Ты и я, 20 тысяч опыта. Вот и все. Делов только, как говорится, на копеечку. Ну что, замех на ранних стадиях. Ну, тут, видишь, нам повезло, что спортивная колода. Так, мы переходим с тобой, наверное, на 9-й ранг. 15 гемов. Еще плюс 10. Итого 500. Нам нужно еще 500 заработать, чтобы получить пак. Точнее, даже 10 паков. Ну что, выбираем теперь с тобой. Давай заразительную сальсу. Давно за нее не играл. Хочу поюзать. Как говорится, на ранней игре я себе это могу позволить, потому что я знаю, что здесь я смогу победить. Если бы были бы у нас где-то уже бои с 30-ми, да, рангами, вот там бы я уже подумал бы, стоит ли мне вообще прикалываться и баловать. Ну, а здесь могу себе позволить бета-каротин. 15-й ранг против меня, я 9-й, повторю. Ну что же, давай посмотрим, что мы здесь с тобой можем сделать. Этого я, наверное, уберу пока. Вот. То есть у меня охотник, которую я поставлю сразу же. Ага. Вот что ты делаешь, да? Так, ну охотник идет, конечно же, на перехват. Что-то у меня тут, смотрю, еще один охотник. Ну, допустим, сюда поставим. Что он будет делать? Алисагбо. Правильно я сказал? Да, по-моему, Алисагбо. Он делает лужайку шипастую. Да, зомбик мой, конечно, погибнет. Но ничего страшного, надеюсь. У меня карт нету. Вот в чем проблема. Я имею в виду таких, которые можно было бы сейчас выставить. Нет, выпадает ниндзя. Хорошо, давай ниндзю сюда поставим. Прикрытие, если что, я надеюсь, у меня получится. Упс. Вот эту гадость мы с тобой берем. Захотел чего, а? Так, нормуль. Пропускаем ход. Потому что мне нечем, ребята, здесь. Ага. Вот ты что делаешь, да? Мы можем, в принципе, курицу позвать. Да, я, наверное, так и сделаю. Погнали далее. Угу. Слушай, а что если я вот так вот сделаю? Естественно, он сейчас будет на него переключаться. Он будет его бомбить всеми правдами и неправдами. Иначе ему прилетит 8 в лицо. Это очень много. Ага, у него есть ананасовая бомба. Так, ну что, мы ему опять бомбим. Один с хп оставляем. Ну, а если я вот так сделаю? Ага, крахмал вызвал, да? Так, ребята, что, нам нечего сделать, да, получается? Погнали. Так. У него остается 3 хп всего лишь. Ну что, поехали, давай сюда поставим. Так, ну здесь, предположим, он поставит мину. Что дальше? Ага. Так, ну что мы с тобой можем бомбануть?
Ничего. Только лишь вот так сделать. Так, у него там шаманство двух приемов, скорее всего, выпало, да? Блин, перемещает, что ли, его, а? Ладно, поехали. Ну, ты понимаешь, что ему крышка? Сейчас опять в лицо ему прилетит. Потому что, когда этот погибает, он наносит 5 в лицо. Вот и все. То есть он в такой ситуации безвыходный оказался, так что, ребята, все без проблем. Заразительное сальце рулит, как всегда. Ну а мы с тобой получаем 3 звездочки и двигаемся дальше. Так, за кого бы нам еще сыграть? Ну давай вот. Вот за него, ребята, за профессора мозг атаку практически никогда не получается у меня выиграть. Я, конечно, видел имбовые колоды. Ребята там так бустятся, что мама не горюй. У меня не получается, я пробовал, но все безрезультатно. Хоть у меня есть и доборы, и там все, что в принципе нужно для победы, но не получается. Давай вот это вот берем с тобой. Отлично. А что это у меня за колода такая? Интересная. Я больше всего люблю делать, когда, знаешь, давным-давно составляешь колоды, потом забываешь, какая она у тебя была, и играешь заново. Вот как будто, знаешь, как челлендж. Тебе дают определенных персонажей, как говорится, и попробуй теперь пройти именно ими. Так, ну слушай, вот это вот плохо. Как я буду его бомбить? Не знаю, ребят. Не знаю. Можно, в принципе, танцору поставить сюда. Что скажешь? Ага, танцора. Танцора я пока не поставлю. Ох ты, шикарная карта. Ребята, выпала акула. Блин, как же мне с ним быть? Если он сейчас его раскачает. Плюс он делает двойной удар. Вот так вот. Погнали. Блин. Сейчас, секунду. Подумаем хорошенько. Ага, сделаем вот так. Бонусная атака у него есть. А, заморозка у тебя. Опа. Ты представляешь, у него есть заморозка. Даже так. Так, у нас сработает защита или нет? А-а. Пока не сработало. Блин, что делать, а? Короче, я вот так вот. Я рискну, ребята. Естественно, я сюда поставлю еще. Вот ты смотри, что творит, а? Да хорош ты, набрал этих гаденышей. Ну что, можно сделать бонусную атаку одну, верно? Вот так вот. И что сделать? Ну, этому в любом случае крышка, поэтому, наверное, вызову еще танцора. Или же... Блин. Давай так, короче, сделаю фиг с ним. Размен так размен. Эту лужайку, блин, надо как-то уничтожать. Опа. Хорошая карта, ребята, выпала. Хорошая карта выпала. И я сделаю, наверное, вот так. Ага. Но в любом случае ему крышка. Бумс. Так, у нас защита.
Делаем с тобой добор. Ай, шикарно. Слушай, ну это круто. Ставим сюда. И пока все. Так, опять у него этот ханорик. Так, ну сюда понятно, что мы с тобой сделаем. Так, только надо посмотреть, кто здесь у нас появится. Сколько там у него? 2-2. 2-2, что-то как-то меня не особо это устраивает, если честно. Поехали. 3 в лицо в любом случае мы получаем, да? Окей. Так, сейчас подумаем. Сейчас подумаем, что нам лучше сделать. Уничтожать растения на этой линии 2 или меньше. Тогда нам лучше использовать курицу, да? Получается так. Ну давай я сделаю вот таким вот образом. Допустим. Упс. Ты гляди-ка, что вытворяет, а? 5 в лицо, конечно, не хотелось бы, поэтому поехали. Твою дивизию, а? Че вот у него там, я не знаю. Давай, короче, я сделаю вот так. И вот так. Посмотрим, что он сейчас сделает. Бонусную атаку. Ага. Так, интересно, у меня сработает защита или нет? Вот что меня интересует. Что меня больше интересует. Ну что он там задумался? Это ёпрстый, а? Что-то думает, думает непонятно чего. Да ладно, он сдается что ли? Да быть такого не может. Он же мог выиграть. Почему он уверен, что его удар не пробьет мой блок? Ну, это глупо. Это, друзья, глупо. Ну, вот за профессора вот этого вот мозг-атаку я не могу, ребята, играть. Вот он меня почему-то раздражает. Да, соперник отключился. Но я считаю, что зря. Я бы все-таки рискнул бы. А вдруг пробил бы? Ты же видел, сколько у нас было таких моментов, когда... Думаешь, ну вот, не выиграешь. А все, в итоге победа за тобой. Так, ну что, мы переходим с тобой на 10 ранг. 15 гемов. Плюс еще соточка. Итого у нас 615. Так, возьмем, наверное, с тобой... Вот за бессмертию я вообще не умею играть. За бессмертию и за эту, которая с кальмаром на голове. Как ее там звать-то? Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Ох, ёк, макарёк. А чё такие жирные карты-то? Оу. Так, у меня даже первого хода нету. Начинается с третьего. Не нравится мне вот это все. Это, по-моему, который будет прокачиваться, да? Он же? Точно, это он. Пропускаем. Угу. А мы с тобой перехитрим его. Погнали. Кто у него здесь вылупится?
Вот что меня интересует. Орех. 4-6 становится. Слушай, ну, неплохо. Что же мы с тобой можем сделать? Давай, наверное, вот так вот поставим. Мы можем его уничтожить, в принципе, с помощью ракеты. Вот этот орех. Но все зависит от того, кого он сейчас поставит. Угу. Все-таки уничтожил. Ну и мы с тобой тоже уничтожаем. Все, погнали. Блин, мне не хватает энергии, ребята. Мне не хватает одной энергии, чтобы поставить вот этого зомби. Максимум, что я могу сделать. Опа. Так, он что, на хилочку, что ли, пошел? Я не понял. Ладно. Он пошел на хилочку, получается. Ну что ж, давай сделаем тогда вот так вот. Интересно посмотреть, что он будет делать. Споровик. Понял. Наносит 3 единицы урона. Поехали. Его мы уничтожим в любом случае. А вот что нам здесь выпадет. Ох ты, неплохая, ребята, карта. Очень неплохая, я тебе скажу. Пропускаем. Так, а что он делает, я уже забыл. И не увидим уже с тобой, что он делает. Он такой довольный и думает, что победил меня. А 6 в лицо, да как тебе, а? Отлично. 6 в лицо ему понравилось. Зомби-охотник. Ставим сюда. Так, это у нас сколько дает? 3 плюс 3. Слушай, ну не кисло дает. Так, ты опять, да, за свое? Ну что же. Гуляй, Вася. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Сработала у него защита. Что он сейчас сделает? Два шампиньона. Давай только вот сюда вот не ставь. Хе-хе-хе. Промахнулся паренек-то. Ну что, мы можем с тобой, в принципе, в любой момент ландшафт вот этот заменить, если нам понадобится. Наносит 3 единицы урона. Ну, допустим. А дальше что? Ой, 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 напугал ты меня, парень. Ё-моё, я прям аж бегу, трясусь. Ну как тебе вот такой расклад, а? Я думаю, тебе понравится. Тынс. Тынс. На. Без разговоров, как говорится. Ладно, ребята, ватник есть ватник. Ну что, двигаемся дальше. Попробуем сейчас сыграть вот за нее. Нептуси. Что нам ожидать от Нептуси, ума не приложу. Ну что-то нужно, видимо, не очень хорошее. Ну давай, 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 соперник, находись. У нас уже 10-й с тобой ранг. До 20-го тут, в принципе, не очень сложно подниматься. С 20 по 30 есть небольшие сложности, но терпимые. А вот с 30 по 50 это уже, ребята, жесть какая-то начинается. Так, я не вижу, чтобы у нас кто-то выпал. Неужели так все боятся Нептуси, а? Интересно. Хорошо, давай поменяем на Арена. Прям так подписано, Арена.
Интересно, заморозка у нас на какой колоде играет? Майор Дакс. Против майора Дакса мы с тобой выступаем. Так, вот это будет лишнее. Поехали. Так, я, судя по картам, ребята, видимо, если этот есть могильщик, значит, с надгробием что-то связано будет. Ну, давай проверим. Так, у меня есть рикошет. Ага, а он, значит, решил на заморозках. Все, я понял. Заморозк и заморозка. Интересно, хотя, может быть, просто, ребята, так совпало. Давай вот так вот сделаем. Хм, ничего нету. Интересно. Так, я пока пропущу ход, потому что мне все равно нечего поставить. Задумалась. Задумалась у нас зеленая тень. Думает, как бы наказать. Ох ты, ох ты, ох ты. Вот эту вот гадость убираем. Нафиг она нам здесь не нужна. Так. Вот это плохо. Ну что, вызываем, наверное, с тобой охотника. Вот сюда я его поставлю. Потому что здесь, ребята, у него есть горошина, которая наносит 5 единиц урона. И я не хочу ставить по центру. Ну да, я так и думал, что он все-таки будет на заморозках, ребята, работать. О, даже как. Слушай, у нас маленький шанс, конечно, но я хочу попробовать. А че я радуюсь-то, он все равно потом поставит. Хотя почему поставит? Он, наверное, ничего не сможет поставить. Если мы, например, с тобой этот пенек уничтожим, а мы его уничтожим вот таким вот образом. Отлично. Так, 5-5. А, 5-4. И опять пень. Ну, пень этот мы бомбанем. Вот здесь, конечно, не очень не нравится, что получится. А, нет, все, у него уже 5-4. Нормально. Ну что? Давай я вот так сделаю. Блин, у него сейчас защита сработает. Это тоже не есть хорошо. Опачки. Ну давай еще этот свой. Ничего не стал делать. Ой, какая жалость. Блин, ну у него все равно сработает, а? По идее, у него должны быть подснежники. Где они? Объясни мне. Он взял вот этих всех заморозок. А подснежников нету. Так, ну что? 5 урона по центру. 100% ты именно взял. Ну-ка. А, нет, у него рикошет. Вот он как, зачем? Пока не знаю. Так. Сейчас интересная, конечно, песня у нас получается. Давай я сделаю вот так. Слушай, вот это я глупо сейчас сморозил. А толку мне от него здесь, согласись. После уничтожения размещает морских бесят. 1-1 со способностью амфибия. Поблизости. То есть вот здесь вот появится, да? Так, зеленая тень что-то задумалась. Наверное, опять будет сдаваться. Ну да, скорее всего. Жаль, жаль, конечно. Но, извините, ребят, я ничего не могу сделать.
То есть мы, получается, выиграли. Окей. Халява. Просто халява. Заморозка, ну что, ты доволен? Конечно, он доволен. Так, 15 билетиков. Мы переходим с тобой на 11 ранг. И 20 гемов получили еще. Угу. Так, ну что, давай сыграем теперь за... за Неп. То есть, может быть, на этот раз все-таки выпадет нам хоть кто-нибудь. Есть. Да, ребята? Кто-то нам достался. И это капитан Огонек. Да, это типок жесткий. Да что ж такое-то? Нет, то есть ты на спортивной колоде? Что у меня все на спортивных колодах-то играют? Я не пойму. Я пропущу пока ход. Он тоже не дурак, пропускает. Окей. Пропускаем. Опа. Опа, пули. Так, слушай, что же нам сделать-то с тобой? Заморозить его, что ли? Заморозили, да? Так, ну а теперь я сделаю его вот таким вот образом. Hello. Так, что-то мне не нравится. Все какие-то орехи. Так, ну этого минус. Здесь мы два в лицо получим. Неприятно. Базара нет. Сумоист. Слушай, он, наверное, будет прокачивать его, да? Мне кажется, он будет его прокачивать. Ну а что, если я сделаю... вот так. И вот так. И плюс ко всему прочему, вот так. Наносит 3 единицы урона. Окей. Так, иди сюда, Ханорик. С тобой разберемся. Так, а теперь что? Теперь, ребята, можем поставить вот этого. Спокойненько, да? Не боясь ничего. Пускай теперь думает. Ага, он делает вытягивание двух карт. Не-не-не-не-не, даже не думай. А хотя... да пускай, в принципе, да? Единственное, что я сделаю, наверное, вот так. Поехали. Блин, у меня с картами беда, друзья мои. Беда бедовая. Что там? Двойной удар. Угу. Блин, бесячество это. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Чтобы не получить урон. Так, он сейчас, наверное, их прокачивать будет, да? Я так понимаю. Ага, прокачивает. 7-3. Естественно, погибает. Ага, ага, вот у нас что есть. Вот у нас что есть. Так. Да ты заколебал, ё-моё. Пшёл отсюда. Погнали. Угу.
Блин, у меня вообще фигово все время. О, отличная карта. Так, давай, наверное, сделаем с тобой. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так. И вот так. Посмотрим. Ага. Но этого мы с тобой, если что, сможем переманить. Этого, да, поставим сюда, наверное. Хотя нет, этого мы поставим лучше вот сюда. Так-то оно будет лучше. Поехали. Опачки. Ну, давай его сюда влепим. Что там у него? Плюс 5? Воу-воу-воу-воу-воу. Пошел отсюда. Поехали. Ага. Отлично, ребята, отлично. Прекрасные карты выпадают, ребята. Просто великолепные. Блин, сюда что ли бомбанет? Ну, это его роковая ошибка была, короче. Так, давай-ка вот так вот с собой сделаем. Поехали. Пумс. Пумс. Так, мы можем захиляться. Ох ты, великолепно-то все как. Ну, посмотрим, что на этот раз. Ой, надо же, напугал ты меня. Да ладно, серьезно, что ли? Фраерок. Напугал, как говорится, ежа расческой. Ну, все. Мы с тобой разнесли. Даже Нептусь, ребята, здесь могла показать, как говорится, свои щупальцы. Ну, а мы переходим с тобой на 12 ранг. 20 гемов. Так, а что у нас там еще за задание было, ты не помнишь? Нанесите 5 единиц урона героями. Так, антигерой. Слушай, а кто у меня на антигероях? Ты помнишь? У меня кто-то может на антигероях. Слушай, насколько я помню, это у нас бесечество, по-моему. Ну-ка, сейчас посмотрим. Антигерой, да, значит? Погоди-ка, антигерой, это у нас идет... Значит, не бесячество. Кстати, давай за него сыграем, а? Авось что-нибудь да получится. Да 100% получится, может даже по поводу этого не волноваться. Сейчас увидишь. Так, 13 ранг против нас, мы 12. Но здесь Бонг Чой. Так, стоит ли нам менять? Поехали. Так, это мы с тобой зомби прячем за... Ого! А вот это борзость. А вот это, ребята, была борзость на самом деле. Причем офигенная борзость. Давай я начну вот так вот, пожалуй. Опа! Так, ну что, здесь мы поставим зомби, наверное, да, вот этого? Вот так вот. Так думает.
Слушай, кстати, я давно не заметил, что растения не применяют уничтожитель надгробия. Вот это вот совсем плохо. То есть мы еще 4 в лицо получим. Фигово дела. Так, ну допустим, я сделаю таким вот образом. Да ты запарил. Блин, ребят, по-моему, проиграл я. Че он, куда он, кого перемещает? Сюда, что ли? Ага. Давай я, наверное, его спрячу. Поехали. Ага. Так, этот у нас что делает? Наносит единицу урона при использовании сверху. При использовании сверху. Но я, наверное, сделаю кое-что другое, ребят. Поехали. Опачки. А зачем нам вот эта пакость? Скажи-ка мне на милость. Убираем вот эту вот гадость отсюда. Поехали. Предположим. Так, проскок. Блин, нам всего лишь 4 единицы урона нужно нанести, ребята, и нам будет крышка. Похоже, мне уже фейл. Да? Потому что ему стоит вот сюда кого-нибудь поставить, вот на эти две. Ну, даже этого будет достаточно. Твою дивизию. Еще и защита, а? Еще и две карты вытягивает. Бэмс. Вот что ты прикажешь делать сейчас, а? Вот что ты прикажешь сейчас делать? Этот только сверху. Давай я, предположим, сделаю вот так вот. Не, здесь я проиграл. Чё-то бесячество ты меня здесь расстроила, если честно. Так, у нас с тобой есть кровожадность и прочерк. Вот это мы с тобой сейчас сюда и поставим. Да пускай он хоть тут что делает. Поехали. Так, а он что-то там еще и получил. Давай я, наверное, сделаю вот так. И сделаю вот так. У него 8 хп. Блин, ты серьезно, что ли? Твою дивизию, ребят. Ну все, тут фейл. Я хотел его заморозить, вот этого. Я не думал, что просто он кого-то на воду поставит. Думал, заморозим с тобой, ну, в принципе, и все. И 8 в лицо мы ему пропишем, но не тут-то было. Видишь, что творит? Видишь, что творит? Хотя стопы, ребят, подожди, подожди. Может быть, повезет. Так, что он сейчас делает? Что у него здесь? Все, ему крышка, ребята, смотри.
Это замороженный, мы ему 3 и 5, прикинь. Чисто фарт, ребята. Вот это повезло. Ну, я просто умываю руки. Действительно, бесячество фартануло здесь. Обалдеть, не ожидал. Так, ладно, давай с тобой перейдем, наверное, на 13 ранг. Будем играть уже за нашего основного персонажа. Это, естественно, ржавый разряд со своей спортивной колодой, где 100% должна быть победа. Так, поиск соперника. 17 ранг. Мы уже близимся с тобой к 20 рангам, ты заметил? Так, ну тут вот... Подожди, я не... Это что за колода? Подожди, ржавого разряда вот такого не должно быть. Что за фигня? Я не помню, чтобы я менял. Так, ну ладно, давай я, предположим, поставлю сумоиста. Ага. Так, этого ханурика идем сюда. Нечего, как говорится, тут буянить. Так, тут у нас понижение атаки. А, индюшечка есть. Ну, индюшку мы с тобой поставим здесь. Да ладно, ничего не стал делать. Удивительно. Ну, тогда я предлагаю вот таким вот образом. Опа. Опа, ничего себе. Да иди ты еще. Шар сейчас, наверное, да? Нет? Нету горошину у тебя. Хм. Блин, и что будем делать? Пропускать ход, наверное, да? Или все-таки прикроемся? Давай, наверное, вот так вот сделаю я. Опа-на. Ребята, вот, не зря я сохранил. Это чтобы он не нанес нам урона. И... Блин. Ну, давай вот так вот. Понеслась. В плане, а почему у меня защита-то не сработала? Эй! Слушай-ка. Блин, стоит, не стоит. Я, наверное, пока воздержусь, друзья. Так, рикошетит, да? Замораживает. Так, ну здесь понятно, здесь мы с тобой применяем нашу глухую защиту. Нашу глухую защиту, сказал я, конечно. Хотя, подожди, зачем нам глухая защита, если мы сделаем с тобой лучше вот так. Поехали. Минус. Окей. Так. Да чтоб тебя, блин, не хватает и все. Поехали, короче. Сделаем так. И воздержимся пока. Рикошет зомби. Он на одних рикошетах, что ли, сыграть решил? Хорошо. Рикошет случайного зомби. Давай вот этого. Спасибо. И заморозка. Ну, на этот раз, естественно, мы с тобой уже применяем. Опа, опа, опа. На этот раз мы с тобой применим вот так вот защиту. Поехали. Такс, что у нас тут? Нормальная карта. Ну, а теперь что? Теперь сделаем вот так.
И, наверное, вот так. Оптимально, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Вот так вот решил. Неудачно, да? Так, горошин будешь выстреливать? Нет, ничего не будешь. Как скажешь. Как скажешь, парень. Так, а мы с тобой сделаем следующее. Ну, давай я поставлю, наверное, мумию. Хочу просто посмотреть, что он будет делать. Мумию, конечно, может уничтожить, потому что она не защищена. Так, убирает кого? Молодец, красавчик. О, ты что делаешь, да? Так, ну по нему плачет вот эта вот штучка. Поехали. Ну и... что я могу сказать? Вот так вот. Ой, шикарно, ребята. Поехали. Пумс. Ну и остается, как ты видишь, у него одна карта всего лишь, а мы с тобой... Все, он сдался. Он сдался. Ну, финишем, чистая победа, ребята. И это круто. Так, и мы с тобой переходим на 13 ранг, верно? Так, точно. Ну что же, почти 700 гемов мы с тобой накопили. Думаю, серия другая, и у нас будет 1000. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!